Привет всем, вы на канале Эксперимент KD. Когда-то мы заказывали посылку с римскими свечами, петардами и фонтанами. Кому интересно, ссылка будет в описании. Так вот, сегодня хотим мы испытать римские свечи. Вскроем все упаковки и разложим все аккуратно. Одна римская свеча 30 залпов. Это Джокер Фейерверк. У нас тут 31 штука. Соответственно, 930 залпов в общем. По одному мы не будем тестировать их, а хотим сделать один большой пучок. Все аккуратно разложили, теперь можно при помощи скотча все это соединить. Зафиксируем ее при помощи скотча, чтобы не разматывалась. Не терпится уже пострелять, думаю, будет интересно. Получилась вот такая многостволка. Установим наш многозалповый салют, предварительно пробив отверстие во льду. Заряд установлен, можно поджигать. Тут мы сделали одну небольшую ошибку. Изначально мы хотели соединить концы фитилей при помощи одного быстрого фитиля, который горит 12 метров за секунду. Ничего себе шквал огня! Возможно, если бы мы соединили при помощи быстрого фитиля, поток огня был бы сильнее. У нас осталось несколько римских свечей, которые не загорелись. Сейчас мы из них постреляем. Небольшие заряды скользят по льду, как на коньках. Ни в коем случае не повторяйте увиденное. Это может быть опасно для жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр.